Владимир Сапрыкин. «Дружба». Читает автор. Не колдовство, и даже не дурман, и не судьбы слепое наваждение, а новый шанс души на обновление, как умопомрачительный роман. Роман, возможно, на исходе дней, когда судьба притихла и не плачет, осознавая, что ее дурачат, вновь гонит вдоль мечты своих коней. Она случайно нас с тобой свела, но до сих пор этот нежданный случай по жизни я, видать, весьма везучий, курс проложил на добрые дела. Жизнь быстротечна, это не беда, мелькают годы чехардой открытий, размолок встреч и жизненных событий, но дружба остается навсегда.